11,5 лет назад я пришел в это здание. Его провожали со слезами на глазах. Не всякий начальник может этим похвастаться. Ректором Академии госслужбы Сергей Наумов был почти 12 лет. Достаточно большой срок. Может быть, именно поэтому на последних словах дрогнул и его голос. Мне было приятно с вами работать. Бывшего ректора отправляют в Москву на повышение. Он займет место проректора Российской академии госслужбы. Вместо Наумова в ВУЗ придет не менее известный человек. Дмитрий Аяцков, первый губернатор Саратовской области и экс-помощник руководителя администрации президента. Приказы о назначениях подписывают тут же. Дмитрий Федорович всегда был в Саратовской области, а Сергей Юрьевич никуда не уезжает. Ну, кроме как Москвы, ну а Москва – это дальний пригород Саратова. Я понял, что это мое место. Он вернулся за 5 лет, что провел в Москве, почти не поменялся. Так же метко говорит, так же шутит. Лишь немного изменился в лице. Нового ректора представляли на заседании ученого совета. Через полчаса места профессуры заняли журналисты. Первый вопрос – о заявлении губернатора нынешнего. Он обвинил Аяцкого в клевете. Если Ипатова захочет судиться, он много интересного себе узнает. Потом говорили о коррупции в вузах, о том, будет ли Аяцков преподавать, и о будущем ПАКСа. Новый ректор заявил, что академия отныне будет учиться зарабатывать, чтобы не стоять с протянутой рукой. А если потребуется, ну, сумеем добиться. Есть на то очень серьезная поддержка и в Кремле, и в Белом доме. Я зря хлеб там в течение 5 лет зря не ел. Ну и вопрос напоследок, будет ли участвовать в политической жизни области. Говорить, что вот там Аяцков возьмет флаг и пойдет там защищать Московскую 72, нет. Адрес прописки здесь и никуда. Спасибо. В бой. Он пришел всерьез и надолго. Пообещал учить и учиться, не устраивать революции и продолжать дело бывшего ректора. Новость о том, что Дмитрий Аяцков стал ректором ПАКСа, за 2 часа облетела не только всю академию, но и весь Саратов. И только студенты еще не могли поверить в том, что бывший губернатор будет их начальником. Но до 1 сентября у них еще будет время свыкнуться с этой мыслью. Ольга Маркова, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив.